Давайте вот так, ладошку вставьте вот так и держите вот тут. Пусть спустится. А то ленивый, да? Да. Вот Алекс идет. Кто первый? Алекс первый пришел. Молодец, да, Алекс? А что? А нет, у меня в кармане ничего. Осторожно. Смотри. Что ж ты не снял-то? Вы ладошку? Как просит. Давайте вы второй, Еву. А тут не достается тебе что-то, не везет. Нету. Смотри. Опа, да? Давайте. И вы смотрите на эти движения просто. Это чудо. Давайте вы. На две ладошки. На две. Так. На расстоянии чуть-чуть. Двоим можно было. Вот так. Вот, молодцы. Умные красавицы. Хорошо. Алекс и Ева. Тэфи и радость, ты. Да? Тэфи. Оп. Алекс как просит, да? А что там у меня? Ну-ка, проверяй, что там у меня есть что-нибудь? Ничего нет. Ага. Алекс, нельзя. Не так, отходим. Опа, что там схватил? А ничего там нету. Ева, нельзя. Опа, там что-то есть? Нет, просто нету. Так, давайте. Пусто. А, мелочь. Ага. Мелочь-то тоже, смотрю, любит. Да? Алекс. Давайте, вон Рада. А-а-а. Давайте. Вот, Ева, дадите Ева и Раде. Да. Вот Ева. Давайте. И вот полоском любит все полоскать. Из-за этого лапки очень мягкие, но есть ноготочки. Да ничего нету больше, ничего нету. Убираем ручку. Вот так, вот так держим и убираем ручку вниз. Здесь они движения делать не умеют. Просто вниз убираете ручку. Вцепился. Вцепилась, точнее. Лапки у них поворачиваются на запястье, поворачиваются на 180 градусов. Из-за этого они передвигаются не сверху вниз, не снизу вверх. Сверху вниз получается. И головой вниз, и головой вверх. В любом направлении. И по сетке, по потолку даже можно передвигать, потому что могут цепляться спокойно. Сиятные овощи, фрукты, мясо, рыба. Такие. Для их жизни сюда уже дерево, то что дерево, да, и вода, тазик. Тазики моют, купаются, и здесь по большому ходит туалет. За это, чем чаще мы меняем воду, тем чище живот, и чище живот. Да, вроде животных поменьше, чем в Алгарии, но у нас устроено все как побогаче, я считаю. И температура нормально поддерживается. Ну, это да, то, что мы, потому что у нас животные, подогревшие, ну, в зоопарке я там был, но там, видите, он кочующий. Он кочует. Месяц тут, месяц там. А мы постоянно живут. Просто животные содержатся в вольер. А когда животные содержатся в вольер, это более слабо, чем в клетке. Клетки, например, животные еще сидят, еще они никуда не уйдут. Если даже не стал, он ворон опять будет дразнить, опять же, что-то будет делать. А тут он, если он устал, все, он убежал, и все, и никто не делал. Где там он пребывали, как раз тут увидели енот. Вот, смотри, понятно, для чего он висит. Ну, потому что его не вывозили, не погладили. Ну, это значит, потому что если